«Вырвем Украину из лап Путина». Акция под таким названием прошла под посольством Нидерландов в Украине. Перформанс посвящен всенародному референдуму в Голландии, который пройдет 6 апреля. Цель мероприятия – продемонстрировать голландцам, что наша страна – поле битвы между демократией и диктатурой, свободой и неволей. Подробнее далее. Участники перформанса условно разделились на команду путинистов и команду европейцев. Они перетягивали канат, символизируя этим борьбу за будущее Украины. Не забыли и про Надежду Савченко и призвали к ее немедленному освобождению. Кремна! Кремна! Сегодня идет борьба не просто за Украину, а борьба за европейское будущее, в котором Российская Федерация пытается уничтожить Украину. И очень важный этап этой борьбы произойдет 6 апреля в Нидерландах, где пройдет референдум, на котором граждане Нидерландов определятся по поводу их отношения к соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Участники акции у голландского посольства уверены, что украинцы сделали все возможное, чтобы обрести свое европейское будущее. Украина миллионами голосов Майдана и ценой жизни своих граждан выбрала путь демократии. Но теперь слово за Европой. В частности, за гражданами Нидерландов. Ольга Кетик, Думская ТВ.